нашли легендарные материалы? Невероятно! Встретимся в храме, и тогда мы сразу возьмемся за работу. Не думал, что увижу тебя здесь. Ведь вы с Броком помирились. Все в порядке? Да, все прекрасно. Знаешь, за эти годы разлуки мы оба повзрослели. Так почему ты здесь? Решил подышать свежим воздухом. Я люблю брата, но он воняет, словно куча навоза. Я запутался. Я был уверен, что мать Бальдра зовут Фрик. Ага, Фрик. Но это ведь что-то вроде клички. Означает «любимая». Так Один звал Фрею после свадьбы. От избытка чувств, как мне хочется верить. А потом любовь завяла, а само прозвище стало орудием для манипуляций. Как это? Он не хотел, чтобы Фрея, богиня из рода Ванов, имела авторитет в Асгарде. Поэтому все ее заслуги приписывались Фрик. Как и рождение Бальдра. Все верно! Именно Фрея была матерью Бальдра. Вы прямо сияете. Ну, то есть малец сияет. А у тебя за бородой ни хрена не разберешь. Мы нашли материалы, но они такие странные. Как изготовить броню из того, что настолько... Идин. Что? Идин нахрен. Это наша тайна. У нас свои методы. О. Thank you.
Тебе еще что-то нужно? Нет. Хорошо, что вы помирились. А, ну да, про вас то же самое можно сказать. А. Я, наверное, немного возгордился. По-моему, так он должен был это услышать. Все равно. Мне жаль, что я так с тобой разговаривал, Синдри. Ты меня простишь? Уже простил. Я же говорю, все улажено. Давай дальше работать, пока я не расчувствовался. Только больше не ссорься с братом, хорошо? Он с годами, конечно, стал чуть меньше меня бесить, но пусть не задается. Клиентов у меня и без него хватает. Правда? Это каких? Ну вот ты, например, опять приперся. Это да. Я готов к работе. Удачи!
а Хольдры – духи леса. Да, красивые соблазнительные духи леса. И почему ты назвал Брок и Синдри Хольдрами? Я вот сейчас понял, что это неподходящая история для невинных детских ушей. Ну и ладно. Жарко. Но это что, снег? Пепел. Такое бывает от больших пожаров. Ну, этот мир ведь сам по себе великий пожар, так ведь? Муспельхейм. Древнее царство огня. Мать о нем говорила? Почти нет. Ну, просто мало какие истории происходят в огне. Разве что истории огненных великанов. Но вряд ли они много болтают. К тому же... их давно никто не видел. А что такое вызов Сурта? Что? Руны говорят, что он здесь. Посмотрим. Вам на этот раз нужно. Пойдешь или будешь языком чесать?
нам известно. Бальдр, без сомнения, лучший следопыт Одина. Если ты нужен ему, то, вероятно, нужен Одину. А вот чего хочет Один, это я знаю довольно неплохо. Что может быть у нас, чего нет у него? Один же царь богов. Он повелитель асов, но его власть не безгранична. И те места, каких она не достигает, привлекают его больше всего. Уж мне-то он плешь проел на этот счет. Что тут искать. Но вот мы здесь. Плохо пахнет. Фу. Что это? Туман проклятый. Проклято? Верно. Немного подышать можно, но задержимся, погибнем. Чудное местечко этот Нифльхейм. Смотри. Слушаюсь. Посмотрим. И что это за странная штука? Да, странный материал. Ну надо же, какая встреча! Не думал, что встречу тебя здесь. Какой мерзкий туман. Думаешь, меня испугает проклятый туман? Вообще-то да. Я пытаюсь создать доспехи, которые защищают от него. Материалы, которые мне нужны, здесь, в мастерской Ивальди. Но они покрыты этим туманом. Готовься. Эти доспехи видели в центральной комнате мастерской. Вход в нее закрыт. Но если у меня будет эхо тумана, то я смогу сделать камень-ключ. Пожалуйста. Не советую долго оставаться в тумане. Вонь прилипнет к волосам, оружию, броне. И я не прикоснусь к твоему добру, пока ты не сожжешь всех этих крошечных тварей в огне Муспельхейма. Кроме того, он тебя убьет.
Не пропадай! Все устроим. Приходите еще. Целился на Йотунхейм? Да, это одно из его главных устремлений. Но в этом же нет смысла, мне. Да? Где это я потерял смысл? Ты говоришь, что Бальдер выследил нас, чтобы найти путь в Йотунхейм. Но мы тогда еще сами не знали, что нам туда надо. Это бред. Но все-таки, вы направляетесь в Йотунхейм. Значит, он был прав. Я запутался. Ну, значит, ты меня слушал.
все-таки, как Один раньше нас узнал, что мы направляемся в Йотунхейм? Один очень умен, а считает себя еще умнее. И он собирает пророчества. Все, что касается будущего, попадает в его коллекцию. Так создается образ всеведущего и всевидящего бога. Но главное — власть. Власть над будущим, власть над судьбой. Будь его воля, он подмял бы под себя все миры, все страны, все земли. Любое сопротивление он готов задушить в зародыши. Даже если раньше ты не был для него опасен, возможно, он считает, что станешь опасен в будущем. Так что неважно, как он узнал обо всем раньше вас, важно, что он оказался прав.
тебя все в порядке! Отец! Отец!
Освободили меня от моей скверненной оболочки. За это я буду вечно благодарна вам. Но мои сестры по-прежнему в плену. Возьмите мой шлем. Найдите их. Освободите их. Судьба Валькирии в ваших руках.
валькирий. Кажется, это важно. Это еще мягко сказано. Что ты знаешь? Дельный вопрос, но ответить непросто. Я знаю больше прочих, но почти все, что касается валькирий, окутано тайной. Меня же встреча с валькириями привела в заточение. Не уходи от ответа, голова. Говорю же, брат, ответить нелегко. Я не знаю, как и почему они стали такими злыми. Но, может быть, если освободить и других... Предлагаешь сражаться с ними? Судьба валькирий, парень. Есть ли подвиг достойней этого? Это опасно. А с каких пор тебя это смущает? Вот и правильно. Сказал змей. Похоже, это важно. Да так, он просто сказал, что мальчик как будто ему знаком. Я? Быть не может. О, я согласен, если только, например, он не говорит о будущем. По легендам, во время Рагнарёка Йормунганд и Тор сойдутся в бою, и тогда древо жизни содрогнется и, расколовшись, извергнет змея в прошлое, туда, где он еще не родился. Что? Это просто бред. Ну, я не хотел никого пугать. Я готов к работе. Тогда пока.